Рекламно-информационная программа. Слушайте доктора. Добрый день, уважаемые слушатели. У микрофона работает Светлана Занько. Это программа «Слушайте доктора». И в гостях у меня Галина Маркова, врач, детский иммунолог первой квалификационной категории с 10-летним стажем, специалист Центра медицины «Верес», семейной клиники Центра медицины «Верес». Галина, добрый день. Здравствуйте. Наверное, Галина Александровна, да, вот обращается к врачам обычно, ну, да, по имени-отчеству в России традиционно. И у нас очень актуальная тема сегодня. Мы хотим разобрать последствия той волны вирусов и инфекций, которая накрыла город в конце февраля. Тяжело переболели все мои родственники, могу сказать. И мы с дочерью интровирусной инфекцией переболели, и родители у меня болели. Уже просто ОРВИ, ну, тяжелые прямо формы. Причем, когда мы делимся со знакомыми и коллегами, как кто болел, а особенно это в школах очень видно, потому что у всех родительские чаты сейчас есть. Детей просто вымывало по полкласса из школы, и потом следующая волна нахлынула, и следующая. И вот, может быть, мы так не болели в прошлом году, но здесь, мне кажется, что в этом году как-то особенно сильно разные виды заболеваний вот таких вот сказались. Люди заболевали, выздоравливали, снова впадали в такое состояние. А сейчас все делятся ощущениями, что вроде бы отболели, вот вроде выписали уже всех, но тяжелое состояние слабости, вялости, головной боли, ломоты в суставах остается. Вот что это такое было нынче у нас в Кирове? И только ли это мое личное впечатление, что действительно вот такие достаточно непростые были сложные формы заболеваний. Что скажете на это? Следили за обстановкой? В этот год, конечно, заболевания были более тяжелые именно по длительности и по температурному, скажем так, цензу. Очень было много высоких температурящих детей, и очень много было детей, которые, как осложнение, уже получали у нас пневмонию. И здесь, конечно, сработала у нас микс-инфекция. Очень много факторов, которые спровоцировали, и то, что конец зимы ослабевает, конечно, гиповитаминозы, резистентность ко многим препаратам, потому что бесконтрольное все-таки получение пациентами антибиотиков, самолечение. Это устойчивость тоже к препаратам, когда организм не реагирует уже даже на серьезные препараты. И каким-то противовирусным все равно препаратам идет уже резистентность штаммов. Они тоже хотят жить, и, конечно же, они изменяются, и обычными препаратами уже мы не всегда сразу можем справиться. То есть вот у нас конец зимы, мы все ослаблены, хотя на зиму сейчас на нашу жаловаться в этом году было практически невозможно, солнца было много, в отличие от многих предыдущих лет, но однако организмы действительно ослаблены, витаминов, как известно, мы получаем мало из продуктов, которые есть в нашем северном краю. Вот насчет устойчивости к препаратам, о которых вы упомянули, каждый врач буквально, который сюда приходит, говорит об этом, и в том числе пеняет на то, что действительно доступность препаратов в аптеках, и вот это вот «пойду-ка я куплю, прежде чем схожу к врачу». Мы всегда об этом говорим в нашей программе «Слушайте доктора». Один купил, другой купил доступный препарат, сосед посоветовал, там, да, соседка, знакомая. И вот это вот все себя закидываем, прежде чем вообще добираемся до доктора. Я сознаюсь честно, меня тоже иногда на эти вещи сбивает мое настроение. Но в этом году без врачей не обошлось. И, честно говоря, когда пришел врач, посмотрел на все, что я там понакупила, разложил это все в разные стороны и написал четкую программу лечения и выхода из этого состояния, только тогда наступила уверенность, что да, мы точно излечимся в кратчайшие сроки. Это я к тому, что призываю слушателей, ребята, надо бросать самолечение в любом виде. Вот есть симптомы, а у нас еще такая история есть, у нас люди боятся позвонить, там, вызвать врача на дом, вот я вроде отлежусь, переболею, отхожу на работе всех коллег перезаражал, и все вот так вот начинают в повалку болеть. Нет, давайте все-таки мы еще раз сконцентрируемся на том, что мы звоним, мы вызываем при высокой температуре врача на дом, люди приходят в тот же день, мы это знаем, никогда отказов не было, выписывают вам все, что нужно, а потом уже, пожалуйста, действуйте по программе. Но вот вы подтверждаете мое мнение все-таки, Галина Александровна, что в этом году тяжелые последствия возникали после этих заболеваний, и массово, в общем, болели и взрослые, и дети, и не по одному разу заболевали. И вот сейчас, где мы находимся, вот в этой ситуации, о которой я уже обозначила, слабости,
ощущение, как долго это будет длиться, доживем до лета. Можно ли что-то применять вот в этой ситуации, когда мы все перезаболевали и вот такие ослабленные ходим? Как это вообще называется? Есть ведь какой-то термин научный? Да, конечно, есть официальный диагноз, называется постинфекционная астения. Так вот. Это состояние, которое формируется после длительной респираторной инфекции, после длительного стресса, влияния и других факторов, фактор окружающей среды, когда организм человека ослаблен. И как это состояние мы можем с вами у себя диагностировать? Нарушение сна. Это либо сон слишком длительный, и человек просыпается уставшим, либо это раннее пробуждение, нарушение засыпания, нарушение аппетита тоже является очень частым признаком тогда, когда либо человек вообще отказывается от пищи, либо предпочитает именно легкие углеводы. Сладенько, вот особенно по детям очень видно. Плюшечки, печенюшечки, да. Да. Ни за что. Которые размножают бактерии у нас. Конечно, в итоге поднимается в сахар вредные. Крови. И также, конечно же, нарушается биоценез. Это тоже один из факторов вот, проявления постинфекционной астении. Я сейчас ошиблась, наверное, сказала. Бактерии не в желудке размножаются, в кишечнике они плодятся. Ну, бактерии, да? Есть в желудке тоже. Хеликобактер пилори, и их значение тоже достаточно серьезное, потому что при наличии данной бактерии нарушается усвоение витамина В12. А это витамин, который регулирует у нас белковый обмен. Соответственно, белковый обмен у нас, опять же, регулирует работу в том числе и клеток. Вот, метаболические все эти изменения регулируются. Поэтому, на самом деле, последствия это неврологического характера, избыточная раздражительность. Вот как раздражительность, когда ты как оголенный нерв. Вот это тоже проявление постинфекционной астении. Я коллегам сегодня скажу, что я сегодня была в этом состоянии утром. Это состояние, конечно, оно само по себе проходит достаточно долгий период, 2-3 месяца, и приходится подключать у нас уже препараты метаболического характера. Это вот. Если ты его не фиксируешь и не лечишь, тогда это то занимает это 2-3 месяца, да? Это растягивается на долгий срок. Дело в том, что как раз чем характеризуется это явление, это накопление в клетках лактата, мочевины, которые блокируют цикл Крепса, которые блокируют цикл обмена мочевины, и тем самым не дает, нет возможности у клетки, у митохондрии, у ее энергетической станции производить АТФ, то есть саму энергию. Почему идет нарушение аппетита? Потому что организм не хочет затрачиваться на то, что он не приведет к нужному результату. Если съели сладкое, сахар, быстро сахар у нас попадает в кровь, вот она, легкая энергия, распадается до глюкозы. А чтобы из обычного продукта, среднеспочечные углеводы, белки, жиры, чтобы данные продукты довести уже до конечного результата, это АТФ энергии, нужны как раз эти вот превращения энергетические. А они не могут быть проведены в клетке, потому что там идут как раз вот эти вот накопления балластных веществ. И на самом деле вот, может быть, сейчас стало меньше доверия медработникам, может быть, мы меньше разговариваем из-за большой нагрузки. Я когда смотрю выписки после стационара, вот умнейшие вещи написаны. Вот эти вот Элькар, да, наш любимый. Угу. Вот, пожалуйста, это тот продукт, который у нас как раз восстанавливает энергетический обмен клетки. С детства прописывают с малых лет. Угу. И я сталкивалась с тем, что родители как-то побаиваются. Вот антибиотик дать, чтобы не было температуры, они не боятся. Вообще ни разу, Элькар? Да. Нет, как-то вот страшновато. А вдруг что, да, вот он начинает противопоказания читать, так дальше. Там Кунзим Q10. Кудисан есть препарат. Все это назначается. Про и пребиотики назначаются всегда. При том, что действительно корень зла всего в том, что нарушается биоценез в кишечнике, соответственно, уже и выработка витаминов, и переработка волокон несовершенна. И мы с вами все утяжеляемся, потому что на самом деле баланс энергетический, он на таком низком уровне становится, что тут замыкается уже порочный круг. То есть организм захламляется, конечно, шлаками, он перестает справляться с функциями, которые предназначены для него, перестает перерабатывать и воспринимать те вещества, которые необходимы для того, да, чтобы строились клетки, высвобождали энергию, а мы еще добавляем и наваливаем вредные пищи. Конечно. И не пьем лекарства, которые нас прописывают при постинфекционном астеническом синдроме наши врачи. И мне почему-то кажется, Галина Александровна, что не только потому, что там, не столько потому, что не доверяют врачам, вряд ли. Врач же вывел тебя из болезненного состояния. А что касается антибиотика, это правда. Вот
впилить антибиотик и себе, и ребенку, вообще никаких проблем. Пойти еще купить недешевый, но съесть его. Вот я же сделал все, чтобы организм поборол болезнь. Главное, купить подороже. Да. И тот, у которого в инструкции написано меньше дней применять. Да, да. И вот сразу дозу такую ударную дать. А потом уже все. Все, кашлять перестал, пневмония там прошла, кишечник уже вроде ем, уже не рвет меня, там я ем, да, если это кишечная инфекция. Вот. А вот восстанавливать организм, позаботиться о том, чтобы заселить нужные бактерии, чтобы все заработало снова, это уже потом как-нибудь сами. Ну ладно, окей, 2-3 месяца слабости, а еще поныть, поделиться впечатлениями с коллегами, что «О, это я так болел, вот сейчас я себя так плохо чувствую, пожалейте все меня». Вот это мы не можем. Да и вообще, а бывает еще такая ситуация. Чуть я буду деньги тратить на какой-то там элькар. Что это такое? Это же не антибиотик. Это же не что-то такое ударное. Ну вот я вот сейчас творожка, там, значит, капустки квашеные, вот что-нибудь еще там вот это вот дам. И все тебе. Вот я могу ручаться, что очень многие так думают родители, и очень зря. И очень зря на восстановительные препараты нужно обращать внимание. Здесь я как не медик, но мама с опытом могу сказать, что, безусловно, они дают высокий очень эффект и как лекарство, которое после болезни используется, и как профилактическая история. Ведь правда? Да, конечно. Целая существует программа реабилитации после постинфекционной астении. Она включает в себя несколько как раз вот мероприятий. То есть самое первое – это восстановление энергетического обмена. Это вот назначаются метаболические препараты. Второе – это защита микрофлоры кишечника. Есть у нас препараты пробиотики, пребиотики. Пробиотики – это сами живые бактерии. Есть пребиотики – это продукты, которые способствуют развитию собственной микрофлоры. Я люблю больше пребиотики, потому что у нас в любом случае в кишечнике есть представители всех бактерий, которые необходимы, и нам нужно всего лишь создать условия для того, чтобы нужным бактериям было хорошо и комфортно, чтобы они выполняли свои основные функции. Конечно, и живые бактерии тоже нужны, особенно при применении мощных антибиотиков, антисептиков, энтеросептиков в том числе. Но тут, конечно, сочетание. Одно дело заселить полезными бактериями, другое дело нужно все-таки для них создать условия для их жизнедеятельности. Иначе, как только пройдет цикл жизнедеятельности бактерий, которые мы получили из лекарства, все вернется на круги своя. У нас в гостях Галина Александровна Маркова, врач-детский иммунолог первой квалификационной категории с 10-летним стажем, специалист семейной клиники Центра медицины «Верес». Вот что касается пробиотиков и пребиотиков, о которых вы говорите, прокомментируйте, пожалуйста, мою тираду по поводу того, что все-таки квашеная капуста не даст тебе всех необходимых там бактерий, и нужно обращать внимание на современные препараты. Можем ли мы только из продуктов питания получить все необходимые культуры для восстановления после болезней, или все-таки нужно обратить внимание на современные препараты, которые тебе доктор прописывает? Если мы говорим о профилактике, то, конечно же, здоровое питание. По здоровому питанию мы с вами предполагаем продукты натуральные. Перечень их не такой уж и большой. Все мы знаем овощи, фрукты, яйца в ограниченном количестве, молочные продукты в ограниченном количестве с небольшой жирностью, крупы. Сливочное масло, растительное масло. Сюда мы не говорим, что входят какие-то там, я не знаю, энергетические батончики, заменители питания и так дальше. Нет. У нас список продуктов достаточно простой. Если изначально, когда мы говорим о детях, мы должны обращать внимание на то, как питалась мама во время беременности. И это имеет огромное значение. Есть исследования, которые говорят о том, что мама, которая во время беременности питалась фастфудом, получает в итоге ребенка аллергика от астматика, потому что там идет дикий гиповитаминоз, в том числе недостаток селена, и это приводит как раз к свистящему дыханию, которое вот как раз мамы все это и терпят. В возрасте до 5 лет очень часто у детей бывает как раз вот явление ларингита, да, вот это свистящее дыхание, экспираторная одышка. Если мы говорим о той ситуации, когда пациент уже переболел, то здесь на самом деле ресурсы сначала нужно восстановить, а потом уже мы будем заниматься профилактикой. Мы переходим на правильное питание, и уже закаливание, прогулки и режим дня нам с вами определят дальнейшее, в общем-то, здоровое проживание. Тут все равно нужно обращаться к доктору в любом случае, поэтому никогда не стесняйтесь. Всегда доступность врачей сейчас, ну, достаточная. То есть, в принципе, в пределах 2 недель вы можете записаться к любому специалисту. Главное, чтобы было желание.
Что касается витаминной терапии, а как вы к ней относитесь? Витамины необходимы, но здесь, опять же, мы можем получать витамины извне, но при этом они должны у нас усваиваться. Здесь мы, опять же, возвращаемся к микрофлоре кишечника, потому что если нормальная микрофлора кишечника, то все витамины, которые мы получили извне, и из препаратов, и из продуктов питания, они, конечно, будут усваиваться максимально. Если же мы страдаем от дисбиоза, микроциноз у нас несовершенный, то тогда какие бы витамины мы с вами не принимали, они не принесут своего значения. И вот в нашей области и в Российской Федерации очень большая идет у нас такая проблема, недостаточность как раз по витамину D. То есть, казалось бы, простой достаточно препарат, нам известный, есть масляные формы, есть водный и недорогой. И вроде педиатры всем детям с месяца назначают, но родители, бывает, сами регулируют уменьшение количества препарата, потому что солнечный день или там мама не считает нужным. Чаще всего, и главное, аллергии говорят о том, что, возможно, у них реакция на витамин D. Хотя как раз вот гиповитаминоз D и определяет аллергическую настроенность организма. То есть если недостаток витамина D? Если недостаток витамина D, то тогда риск развития аллергии, он достаточно высокий, и аллергическая реакция усугубляется вплоть до бронхиальной астмы. Поэтому сейчас у нас идет новая рекомендация от педиатров 1000 единиц в день маленькому пациенту до 2 лет ежедневно, независимо от сезона, солнечной активности принимать. И если существует уже угроза рахита, если существует аллергическая реакция, то доктор уже регулирует эту дозировку, увеличивает ее на определенный момент. А взрослые, там подростки и взрослые, они витамин D принимать должны? Ну, в принципе, должны принимать, но говорится о том, что уже взрослый человек может получить из пищи. Опять же, если идет нормальное питание, если человек чувствует себя хорошо, не болеет, то витамин D у нас находится в животных продуктах. Это мясо, печень также находится в желтке, есть его в достаточном количестве в крупах, особенно в гречке. Но если чувствуется усталость, как раз вот явление у нас и астении, синдром хронической усталости, достаточно попить витамины D, но дозировку все равно отрегулирует эндокринолог. Я даже своим пациентам солярий рекомендую. Вот буквально 2 минутки в неделю, то есть не для красивого цвета кожи, а вот именно для профилактики гиповитаминоза D. Но это, опять же, тоже строгие показания, потому что не все могут получать инсоляцию в солярии. Тут тоже есть вопросы. Итак, Галина Александровна Маркова, врач-детский иммунолог первой квалификационной категории у нас здесь в гостях сегодня. Мы говорим о том, как себя хорошо и полезно вести вот в этот период, когда прошла большая волна вирусных респираторных заболеваний, и мы чувствуем себя слабыми, мы чувствуем себя раздражительными, и это все называется постинфекционный астенический синдром. Поговорили про витамины, поговорили про лекарства, которые прописывают врачи для восстановления биоты кишечника и желудка. Что еще в этот период, на что обратить внимание и как вот действовать, если, положим, ты не обратил внимания там, на то, что врач тебе после инфекции прописал, а чувствуешь себя плохо, ты можешь пойти, вы сказали, записаться к эндокринологу, посмотреть, что с тобой происходит сейчас. При этом что делается? Берутся анализы какие-то, смотрятся какие-то показатели. Да, или это общий такой вот осмотр, разговор с человеком, вот по, как это называется, когда просто опрашивают. Анамнез собирается доктором. Или все-таки мы сдаем кровь, например, на какие-то тут элементы. Комплексно идет. То есть доктор уже оценивает самочувствие пациента по его жалобам, также оценивает статус, осматривает кожные покровы, осматривает. Там есть достаточно большое количество признаков, которые могут привести к выводам о том, что необходимо сдать анализы. Возможно, сдать анализы на какие-то гормоны. Также мы можем из крови посмотреть количество электролитов и насыщенность витаминами. Это все тоже возможно. Предполагает это доктор уже по вот внешним признакам, по жалобам. Поэтому в каждом случае это все решается индивидуально, но не секрет, что наша область эндемична по дефициту йода, поэтому всем и каждому необходим препарат йода, даже грудным детям. Вот я не буду спрашивать, как он применяется, препарат йода. Назначают индивидуально, либо педиатр, тоже, да? Назначает всем, эндокринолог, педиатр, назначает дозировка 50-60 миллиграмм в сутки малышам до года.
А взрослым? А вот взрослым 150-200 миллиграмм. Беременным женщинам до 250. Каждый день. В нашем регионе? Да, обязательно. Потому что у нас в почве очень мало йода, в воде мало йода. То есть в этом можно не сомневаться абсолютно. Да, это уже если признано. Если противопоказания по йоду? Конечно же, есть противопоказания. Это заболевание щитовидной железы. Если они выявлены, эти заболевания, то, соответственно, да, надо идти. То тогда, конечно. А вот интересно мне, несмотря на то, что вы детский все-таки иммунолог, все-таки хочется проконсультироваться насчет взрослых. Есть ли какой-то возраст, при котором к эндокринологу нужно ходить обязательно, регулярно, даже если тебе кажется, что тебе ничего не беспокоит, ты идешь проверяешься? Как, например, вот у женщин там, после 40 обязательно делать, да, идти к онкологу, обязательно делать там маммограмму, например. Что касается эндокринологии, щитовидной железы. Есть какие-то возрастные истории? Ну, во-первых, жалобы могут возникнуть, потому что при избыточной работе щитовидной железы, при избыточном количестве гормонов ТТГ, Т3, Т4, у человека достаточно высокий аппетит, при этом он худеет на глазах, нарушение сна, яркие такие блестящие глаза огромные, ломкость ногтей, волос, очень сухая кожа и достаточно такой вот, возможен тремор, достаточно такая высокая раздражительность. В любом случае, после 30 мы должны обратить внимание на свое здоровье. У нас сейчас есть диспансеризация, которая включает в том числе и УЗИ щитовидной железы, и уже если на УЗИ щитовидной железы выявляются какие-то изменения, то это показание к тому, что нужно прийти к эндокринологу. Диспансеризация, вы имеете в виду, это вот государственная программа? Да. Угу. То есть так как раз входит вот УЗИ щитовидной железы. Который не надо пропускать, там целый комплекс на самом деле осмотр, разные осмотры разных врачей, и она, я не помню, с какой периодичностью проводится, но в каждой поликлинике там по годам вывешено. Да, по годам вывешено год рождения пациента, который должен именно в этот год пройти диспансеризацию. Приходят даже смс-оповещения на телефоны, чтобы пациенты не забыли, пришли, и достаточно высокая доступность, и я бы не сказала, что какие-то огромные очереди. Это если ты подключился к госуслугам, наверное, каким-то, да? Я не очень знаю эту схему, надо в Министерство здравоохранения обратиться и пригласить специалиста. Как только мы все сейчас в течение жизни обращаемся вот к госуслугам, регистрируемся на сайте, потому что необходимо получение каких-то документов, вот, и это способствует тому, что уже в дальнейшем ты получаешь информацию. В комплексе услуг? В комплексе, да. Понятно, по программе госуслуг вот мне это вот проходит. Приходило в этом году оповещение. Да, сходили на диспансеризацию. Ну, я как-то слежу за собой. Тут, конечно, вот некогда заняться собой бывает. Но чувствуешь, как-то прислушиваешься к себе. Угу. Поэтому в любом случае там не будем ждать, пока стукнет определенный возраст, когда придет смс-оповещение. Если какие-то жалобы есть, то нужно обратиться сначала к терапевту, и он уже маршрутирует до нужного специалиста. Заботиться о себе. Когда мы говорим о анемии, а мы сегодня много раз упоминали это слово и в контексте постинфекционного анемического синдрома, когда мы говорим о анемии, вот у меня из детства всплывает ассоциация только с железом. То есть вот когда я слышу анемию, я все время думаю, что значит у человека недостаток железа. Я, наверное, ошибаюсь. Не только железом связан. Только железом. Но вот что касается недостатка железа, кстати говоря, это тоже одна из причин такого вот состояния, да, ослабленного. Да. Когда пациент болеет, в крови всегда будет снижение количества гемоглобина, по которому мы ориентируемся уже по содержанию железа. Но это такое временное состояние, потому что в очаг инфекции уходит железо. Потому что у нас железо регулирует фагоцитоз. Фагоциты вот. Это такие. Фагоциты клетки. Это такие тельца, которые. Фагоцитоз вообще это у нас идет процесс поглощения бактерий и вирусов, пожирания их. Наши фагоциты сжирают бактерии. Да, они их поглощают, и в альвеоле с ферментами растворяются вот эти бактерии и вирусы. Ну, конечно, не все, некоторые остаются спокойно в организме макрофага, фагоцита, и после гибели данного тельца высвобождается снова. Поэтому вот мы получаем такое явление реинфекции. Поэтому не все инфекции у нас пройдут самостоятельно, просто там на уходе. Поэтому приходится применять противовирусные, антибактериальные препараты. В любом случае, железо у нас контролирует вот этот вот процесс фагоцитоза, активно в нем участвует. Но для того, чтобы вовремя обновлялись клетки крови, необходимо не только железо, но и также витамины, в том
том числе витамин В12, В9. В12, мы с вами уже говорили сегодня, это тот витамин, который поступает из пищи, но при явлении гастрита, а гастрит у нас достаточно часто распространенное заболевание, связанное в том числе и со стрессом, и вот при таких состояниях, конечно, этого витамина усваивается очень мало и тоже предрасполагает это к развитию анемии. Витамин В9 – это наша любимая фолиевая кислота, фолаты. Как раз вот именно фолиевая кислота, она регулирует... При беременности ее прописывают. Ну да, но в любом случае ее вот тоже хорошо бы принимать, потому что она, фолиевая кислота, встречается практически во всех витаминно-минеральных комплексах. Да вот как раз фолиевая кислота, она способствует пролиферации, то есть выработке клеток, в том числе и вот эритропоэза. Я помню фолиевую кислоту в таких капсулках маленьких. Желтенькие таблеточки. Желтенькие такие. Таблеточки. Наш препарат российский, вообще недорогой. И к нему так относится, что ну есть фолиевая, нет. А оказывается, она имеет такое большое влияние. Да, и в том числе у нас достаточно много состояний по нарушению фолатного обмена. То есть не у всех пациентов, у них как раз вот эта вот фолиевая кислота перерабатывается в фолаты, которые потом регулируют вот эти явления эритропоэза, да, выработки всех клеток, в том числе. В числе и кровяных телец. Вот, поэтому существуют препараты отдельно, фолаты. А вот то еще... есть метаболиты фолиевой кислоты. А вот еще такая интересная история. Все-таки инъекции или таблетки всегда. То есть вот от того, что мы так спешим и любим, как в бане, чтобы сразу раз большую дозу, там, да, как про антибиотики мы с вами говорили, такое же отношение и к инъекциям вот витаминов группы В, о которых женщины особенно хорошо информированы. Все-таки что эффективнее и принимать? Сразу же пройти курс инъекций витамина В12, В6, там, В9, или потихонечку принимать вот таблеточки, но дольше, но, может быть, эффективнее. Как вот здесь происходит выбор? Если достаточно эффективно у нас нормализуется микрофлора кишечника, восстанавливается деятельность органов желудочно-кишечного тракта, то тогда мы с вами говорим о том, что через рот у нас эффективно будут эти витамины усваиваться. Если есть критическая ситуация по гиповитаминозу, то тогда будут применяться инъекционные формы, в том числе у детей младшего возраста, если у них не идет усвоение там, железа и витамины В12, В9 вот, через продукты, через препараты перорального применения, то тогда им назначают уколы. Но эта ситуация только когда выявлен гиповитаминоз, вот, стоит уже официальный диагноз, и врач назначает. Вообще по витаминам группы В инъекционной формы нужно быть особенно осторожными, потому что при неправильном проведении инъекции возможно тяжелая инфильтрация вот в месте инъекции. Препараты достаточно, вот кто себе ставил, тот знает, что это достаточно болезненные такие препараты, и остаются инфильтраты, даже если профессионал сделал, а вот если вот так вот самолечением, вот хочу побыстрее. Да, поколи мне, мы сосед, все время спешим, да. Вот, то тогда это, конечно, принесет больше вреда, чем пользы. В любом случае, если произошла такая ситуация, вот тяжело поболели длительно, нужно так сесть, остановиться и подумать, что в моем образе жизни может вот приводить к такому состоянию. Потому что, в принципе, если организм закаленный, то есть он хорошо терпит у нас изменения температуры, влажности окружающей, то такого срыва не будет, когда сезонно, в общем-то, все болеют. Если питание у нас более-менее правильное, хотя бы регулярное, хотя бы вот продуктов фастфуда меньше и больше натуральные продукты, вот, то, в общем-то, сели, остановили. Сейчас есть у нас приложение там Health, здоровье в телефонах, где у нас в можно смартфонах практически везде, да. Прописать. Там, мы в день должны проходить 9000 шагов. У нас должно быть трехразовое питание основное, три перекуса. Перекусы в основном у нас кисломолочные продукты, либо это фрукты, овощи могут быть. Основное питание вот всем известно. Да, то, что это должны быть там у нас с утра каши. Обязательно должны быть в течение дня кисломолочные продукты. В обед это суп горячий должен быть, мясо, красные сорта мяса, возможно, гарниры, перекус в полдник обычно. Вот как было в садике, запеканка, сырники, все это достаточно хорошо для усвоения кальция. И вечерний у нас прием пищи, он более легкий, то есть мы уже не применяем красное мясо, потому что оно достаточно долго задерживается в желудке для механической переработки. Поэтому применяется либо курочка, либо рыбка, какой-то легкий салат, опять же, там крупы, и перед сном стакан кефира. Все мы прекрасно это знаем, но у нас не всегда есть возможность все это реализовывать, потому что мы работаем, мы не успеем пообедать. И вот когда для себя выявили, даже вот поставили эту программу, посмотрели, сколько шагов мы проходим,
Если недостаточно, если на сидячий образ жизни, значит, нужно как-то себя мобилизовать. Потому что это уже фактор риска. Если переели, вот как нерегулярное питание, вечером съели больше, чем надо, значит, нужно опять собраться, взять себя в руки, пойти погулять, там, какие-то запланировать дела, может быть, пешком, там, дойти до какого-то учреждения куда-то, чтобы это было не на машине. В любом случае, если организм закален, регулярные закаливающие процедуры, оптимальное питание. Если понимаем, что не можем оптимальное питание в свою жизнь ввести некогда, витаминные препараты. У нас сейчас огромное количество витаминных препаратов для всех возрастных категорий, для всех ситуаций. То есть если там витамины для женщин, витамины для беременных женщин, там для детей витамины до года, с года до трех, старше трех лет, для школьников. Там, где уже подобраны те микро-макроэлементы и витамины, которые вот именно по данным состояниям, по данному возрасту будут наиболее нужны. В любом случае, мы должны с вами получать витамины группы В, В1, В2, В5, В6, В12, фолиевая кислота В9, аскорбиновая кислота. В небольшом количестве должна содержаться медь. Также магний мы должны с вами получать, кальций, железо, цинк, селен. Это все для иммунной системы. Необходимо жирорастворимые витамины. Сейчас очень много говорится о пользе рыбьего жира, а об омега-3 очень много говорится. Как-то вот вспоминаем периодически. На самом деле полинасыщенные жирные кислоты имеют огромное значение. Если мы говорим вот о женщинах, особенно там, женщины в период беременности и в ранний период послеродовый, то полинасыщенные жирные кислоты, они способствуют мало того, что лучшему, в общем-то, резистентности к респираторным инфекциям, но еще и борется с постродовой депрессией. Всего лишь омега-3, омега-6. Поэтому об этом мы с вами не забываем. Всем своим пациентам на всю осень, на всю весну я всегда назначаю полинасыщенные жирные кислоты. И все это есть. И все это есть, при том, что это стоит недорого. Да, совершенно не обязательно покупать импортные препараты. Есть наш рыбий жир. Чем проще, тем лучше. Который сейчас надо поделиться, если кто давно не покупал, он сейчас не такой противный, как когда-то был в детстве. Капсулы можно не раскусывать. Капсулы можно не раскусывать. Есть детские препараты, которые совершенно приятные на вкус. Единственное, что беременным женщинам, для них идут все-таки препараты, вот, адресованные именно в разрешенное время беременности. Все-таки в чистом виде рыбий жир, он может принести больше вреда, чем пользы. Поэтому есть у нас витамины для беременных, которые содержат в том числе полинасыщенные жирные кислоты. Нужно смотреть состав. Либо мы с вами должны препарат смотреть, который вот как раз разрешен при беременности. Для безопасности плода. У нас остается буквально там несколько секунд, и я не могу, как мама, не спросить еще про одни витамины. Дети часто отказываются даже от жевательных пастилок и конфетных каких-то форм, но никогда не отказываются от мармеладных форм вот витаминов. Но у меня всегда, как у мамы, закладывается там подозрение, они стоят очень недешево, во-первых, а во-вторых, подозрение, что как можно в мармеладку запихнуть достаточное количество витаминов. Изучали ли вы эти препараты витамины? Представляете, о чем речь идет? Да, конечно. Сейчас есть формы, которые содержатся в микрокапсулах, то есть макро-микроэлементы. Нет, а вот такие прямо в виде жевательных. Нет, они в виде жевательных, конфет. Но там составляющие микрокапсулы. Вот как вот форма антибиотиков Солютап, да, когда из микрокапсул высвобождается, соответственно, в точке приложения только эти макро-микроэлементы усваиваются, вот, и не конкурируют между собой. Поэтому, конечно, мы должны видеть результат. При применении каких-то витаминов мы понимаем, что нам становится легче. Вот принимаешь кальций, и боли в суставах ушли и так дальше. То есть здесь какой-то личный опыт, и сарафанное радио тоже, наверное, имеет значение. Ну вот есть, опять же, у нас там союз педиатров, заходите на сайт, и там все вот эти рекомендации, то, что они признают, что они на самом деле изучали. Вот они изучали у нас витамины пиковид. То есть вот по ним есть четкие разработки, исследования. Да, исследования, вот таблицы, это все можно посмотреть. Есть водорастворимые формы витаминов Аквадекс, но это уже для детей с синдромом малабсорбции муковисцидоз. Вот, да, более тяжелые. Они тоже, история. Они как раз союзом педиатром вот, изучались активно, их эффективность сильно доказана. А так вот в любом случае мы с вами где-то и на сарафанное радио тоже иногда надеемся, ну и доверяем врачу, потому что у врача достаточно много пациентов, которые с ним тоже делятся своими впечатлениями, и этот опыт вы тоже можете применять на себя. Ну, это полностью соответствует концепции и названию нашей программы «Слушайте доктора». Мы всегда на этом настаиваем и благодарим нашу гостью Галину Александровну Маркову, врача детского иммунолога, специалиста семейной клиники Центра медицины «Верес». Все
всем желаем здоровья в этот сложный весенний период. Обязательно, пожалуйста, контролируйте себя и своих детей, чтобы не раздевались раньше времени, да, не снимали шапки, потому что никуда не делись все равно и ОРВИ, и другие заболевания. Ну и правильно питаться, закаляться. Скандинавскую ходьбу я пропагандирую всегда. Да. Пейте витамины, слушайте доктора, и всем хорошего дня. До свидания. Слушайте доктора. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь у специалиста.